В нынешнем году в России многие страны мира отметят 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Тверь и область готовятся к торжеству. Ведутся ремонтные работы на мемориальных объектах. В частности, масштабная реконструкция прошла на площади Славы в областной столице. Благоустраиваются и другие комплексы, парки, а также городские улицы. Нередко инициатива исходит от самих жителей, причем порой почти в ультимативной форме. Администрация не слышит нас, жителей. Тверичанка Валентина Сорокина тоже хочет, чтобы на ее улице был праздник. Тем более, что она находится неподалеку от Парка Победы. Но вот состояние тротуара уже не первый год вызывает у жителей Московского района массу нареканий, которыми они эмоционально поделились с нашей съемочной группой. 41-й год отдыхает по сравнению, какие у нас тротуары. И вопрос стал, в 2018 году проект разработан, а деньги не в 2019 году. В бюджет не закладывались. Ни на 2020 год деньги не закладываются. А если деньги в бюджет не закладываются, на какие деньги будет произведен ремонт? Этот вопрос мы переадресовали представителям городской администрации. Чиновники планируют проведение ремонтных работ на территории, но не в зимний период, а после того, как установится теплая погода. В департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта прокомментировали планы по ремонту тротуаров в областной столице. В этом году особое внимание будет уделено безопасности передвижения пешеходов, запланирован ремонт тротуаров, устройство новых светофорных объектов, направляющих дорожных ограждений и искусственных дорожных неровностей. Перечень объектов формируется в том числе с учетом мнения жителей, и при наличии финансирования данные мероприятия по благоустройству тротуаров в городе будут реализовываться. Отметим, что областной центр активно готовится к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Только в прошлом году в Твери было отремонтировано 27 улиц общей протяженностью почти 36 километров. С началом весны дорожные работы будут продолжены. Более 60 километров улиц будут отремонтированы в 2020 году. Ремонт предполагается на основных улицах во всех 4 районах города. Кроме того, уже закончен ремонт сразу нескольких важных мемориальных объектов, например, стела «Город воинской славы», а также идет активно благоустройство Парка Победы. К 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войны все основные мемориальные объекты и примыкающие к ним территории планируется привести в порядок.